পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে, কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরতিসে নমঃ। কনক জলদ গাত্র নীলসনাব্জ নেত্র মৃগমদ বর ভালো মালতি কুন্দ মালো, তরল তরুণ বেশ নীল পিতাম্বরেশ স্মর নিভৃত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণ চন্দ্র। হা দেবী কাকু ভর্গদ গদয়াদ্বাচা, ইয়াচে নিপত্ত ভুবি দণ্ডবত উডু ভটার্তি। অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা গান্ধর্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি। অঙ্গ সামলিমচ্ছটাবিরবিত মন্দিকৃতেন্দি বরং জাড্ডং জাগুডরোচি সাং বিদধতম পট্টাম্বরস্য শ্রিয়া। বৃন্দারণ্য নিবাসিনম হৃদিল সদ্দামাভিরামোদরম রাধাস্কন্ধ নিবেশিতোজ্জ্বল ভুজম ধ্যায়েন্দামোদরম। ভক্তাবিহীন অপরাধ লচ্ছয়ি চিত্বাশ্চ কামাদিতরঙ্গ মধ্যে কৃপাময়ী ত্বং শরণং প্রপন্না বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম। বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অল টুগেদার প্লিজ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ফার্স্ট অফ অল আই পে মাই হাম্বল অবিসেন্সেস আন্ডু দ্য লোটাস ফিট অফ মাই পরম আরাধ্য গুরু পাদ পদ্ম ওং বিষ্ণু পাদ পরমহংস স্বামী অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজ। ওং বিষ্ণু পাদ পরমহংস স্বামী অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ। আই পে মাই হাম্বল অবিসেন্সেস আন্ডু দ্য লোটাস ফিট অফ মাই স্পিরিচুয়াল গ্র্যান্ডসায়ার শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী মহারাজ উইথ অল অ্যাসোসিয়েটস প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর অ্যান্ড এন্টায়ার গুরুবর্গস। আই কনভে মাই দণ্ডবত প্রণাম অল বৈষ্ণবস অ্যান্ড বৈষ্ণবী অ্যাসেম্বলড হিয়ার এনকারেজ মি টু স্পিক সাম হরি কথা। Вчера мы обсуждали величие саду-санги. So, who is sadhu?
Кто такой садху? Шрила Джива Госвами подговорит Сандарбе. Саданоти, Садаяти, Ча Кришна Према. Тот, кто практикует сам, чтобы достичь Кришна Премы и помогает другим достичь этого, он саду. В этом контексте может возникнуть вопрос. Наши Гуру Варга, они сами практикуют, помогают нам. Разве они не вечные спутники Бога? Вся наша Гуру Варга, Рупа Госвами, Сварупа Дамодара Рая, Рамананда, все до нашего Гурудева. Как это можно примирить? Но они не садаки, как мы. Они не обусловленные души, как я. Они были посланы Шримати Радхе Такурани в этот мир, чтобы помогать нам, чтобы привести нас к сознанию Кришны. Они играют роль садаков, но они не садаки. Итак, вчера мы обсуждали, что в Трета-йогу Шабари Деви, будучи вне кастовой женщины, хотела слушать Харикатху. И она пыталась служить, потому что в Трета-йогу Юга-дхарма была огненное жертвоприношение. И так она приносила дрова и была поймана своим гуру Матангариши. В то время он не был ее гуру, а после он стал ее гуру. Итак, все брахмачари, из-за того, что она была вне кастовой женщиной, приходила в храм служить Харикатху, тысячи брахмачари, они покинули храм. Однажды Матангариши сказал: «Шабари, мое время подходит уходить в обитель нашего Прабху. Я отдаю ответственность за свой ашрам тебе. Однажды Господь Рама придет и посетит твой ашрам, и у тебя будет золотой шанс служить ему. А золотой шанс стучится в дверь однажды, раз в жизни. Это правило для всех. Золотой шанс не приходит снова и снова». Итак, что произошло? Господь Рама, он появился в этом мире, чтобы научить нас этикету. И он появился как сын своих вечных родителей Махараджи Дашаратхи и Каушалья Деви. Так что произошло? Господь Рама, когда был маленьким мальчиком, он думал: «Я должен освободить землю от бремени, но если я буду в городе, очень сложно будет для меня. Так или иначе, я должен отправиться в лес, в глухой лес». Итак, Махарадж Дашаратха, у него было три главные царевны: Каушалья, Кайкея, Сумитра, и четыре сына: Господь Рама, Лакшман, Бхарата и Шатрудна. Они все четверо Вишну Таттва. Рама, Лакшман, Бхарата и Шатрудна. Все они Вишну Таттва. Махарани Кайкеи очень любила Раму. Она всегда его брала в свой дворец. Однажды не было во дворце никого, только Рама. Он сидел на коленях матери Кайкеи, прикасался к ее подбородку. «Мама, если я тебя попрошу кое-что, ты мне дашь?» «Да, мой дорогой сын». «Если ты попросишь мою жизнь, я отдам тебе свою жизнь для твоего удовлетворения». «Мама, это очень легко отдать жизнь, но то, что я хочу тебя попросить, очень сложно выполнить и поддерживать свою жизнь после этого». «Нет, нет, ты можешь попросить все, что ты захочешь». Снова Господь Рама сказал: «Мама, ты дочь в династии Рагу. В этой династии, в солнечной династии, был очень влиятельный царь Рагу, и поэтому Господь Рама, его зовут Рагава. Традиция династии Рагу: традиция этой династии
то, что они пообещали, они обязательно выполняют взамен, взамен жизни. Они лучше предпочтут отдать свою жизнь, нежели не выполнить свое обещание. И Господь Рама сказал, ты дочь в династии Рагу, невестка в династии Рагу, лучше подумай, прежде чем я попрошу тебя что-то. Подумай еще раз. Да, я уже подумала много раз. Все, что ты хочешь, можешь попросить, мама. Когда я подрасту, мой отец сделает меня царем. О, да, говорила Кайке. Я паду первое в раковину. Да, мама, когда мой отец захочет сделать ягью, чтобы сделать меня царевичем, ты должна будешь попросить, чтобы вместо меня Бхарата стал царем. А второе, Рама должен, чтобы я отправился в ссылку на 14 лет, как я потеряла сознание. Господь Рама мягким прикосновением вернул ее в чувство. Нет, я лучше предпочту принять яд. Я не смогу этого сделать, мама. Я же говорил тебе. Ты знаешь, кто я? Продолжал Рама. Господь Рама не родился, как Кришна из лона матери. Он появился перед Каушалей в четырехрукой форме, 16-летним юношей, и потом стал маленьким мальчиком. Помнишь ли ты это, да, мой дорогой сын? Я пришел, чтобы освободить землю от бремени. Хорошо, не проблема. Но почему ты хочешь отправиться в ссылку? Если не отправлюсь в ссылку, я не смогу убивать демонов. Я должен отправиться туда. Там столько много ведьм, демонов. Я должен туда отправиться. Но почему ты хочешь, чтобы Бхарата стал царем? Мама, ты хочешь, чтобы мой отец остался лжецом? Если я буду царевичем, то мой отец будет лжецом. Ты хочешь этого? Как я сказала, мой дорогой сын, если ты будешь царем, то как твой отец станет лжецом? И Господь Рама сказал, мама, разве ты совсем забыла? Мой отец женился на многих царевнах, и у него не было сына. И в конце концов, однажды, мой отец отправился на охоту, и по пути обратно он устал, и он отдохнул у своего друга и твоего отца. И твой отец задействовал тебя в служении моему отцу. Ты служила так замечательно. Мой отец был очень счастлив. На следующий день, когда он хотел вернуться в Айодхью, он сказал, мой дорогой друг, если я попрошу у тебя кое-что, ты мне дашь? И царь Кайкея смеялся. Ты же император, а я как землевладелец. Что я могу тебе дать? Не смейся надо мной. Нет, мой дорогой друг. То, что я хочу, у меня этого нет. Только у тебя есть. Что? Выдай замуж свою дочь за меня. О, ни за что. Это невозможно. И Махарадж Дашаратха сказал, разве ты думаешь, что я не квалифицирован? Неквалифицированный жених для твоей невесты? Нет, ты самый лучший. Но я не отдам замуж мою дочь. Какова причина этому? Какова тайна за этим? И Кекай рассказал, ты должен пообещать передо мной 3 раза. Если из лона моей дочери появится сын, то он будет царем. И Дашаратха смеялся, о, у него же не было сына. Если по милости Господа сын появится из ее лона, он автоматически станет царем. Татастху, да будет так, да будет так, да будет так. Мама, разве ты забыла это? Да, теперь я вспомнила. Хорошо, я согласна с тобой, пусть Бхарата будет царем. Но мне не нравится, чтобы ты отправился в ссылку. Рама наставил, кроме тебя никто не может этого сделать.
Рама, ну как я могу это попросить? Мама, ты снова забыла? Когда ты только что вышла замуж, большая битва была между полубогами и демонами. В то время полубогов не было идеального главнокомандующего. И полубоги пришли, взяли моего отца. А ты была колесничем моего отца. Когда битва подходила к финалу, колесница моего отца сломалась, и мой отец чуть не упал из колесницы. А ты выпрыгнула с колесницы и удержала ось. И мой отец сражался, и он победил, и убил демонов. А тот, кто остался, они разбежались. По этой причине мой отец, после того, как победил, пришел тебя обнять. О, Кайкей, спасибо тебе большое. Я в долгу перед тобой вечно. Ты можешь попросить два благословения от меня. И ты сказала, нет. Я же не чужая тебе. Ты же мой муж, я твоя жена. Мне ничего не нужно. Нет. Ты сделала меня победителем и спасла мою жизнь. Если бы ты этого не сделала, они бы меня убили. И я бы не мог стать победителем. Итак, ты сделала две вещи, спасла мою жизнь, сделала меня победителем. Нет. Ты должна что-то попросить. Ну, хорошо. Она улыбалась. Пусть это останется депозитом. Когда время придет, я попрошу. Итак, это время депозитов началось в Трета-югу. Из разума Кайкеи, не из разума, не из западного разума. И после все об этом забыли. Ну хорошо, говорила Кайкеи. Если мне нужно выпить яд, для твоего удовлетворения я это сделаю. Итак, там, где Господь Рама, там всегда Лакшман. А Шатрудна всегда с Бхаратой. Две пары. Два брата. Дядюшка Бхараты всегда приглашает к себе Бхарату. И Бхарата, и Шатрудна, они оба отправились в дом своего дядюшки. Прошло несколько дней, Махараджа Шарадхан пришел к своему гуру Васиштхе Риши. О, Гурудев, сейчас я уже стар, и все вайодхи любят моего старшего сына Раму. Я хочу, чтобы Рама стал царем, а я смогу спокойно совершать баджан Бхагавану. Смотрите, Рама, он же сам Бхагаван, но это трюк йога майи. Так же, как Васудев Махарадж и Дашаратха Махарадж сказали, я хочу совершать баджан. Йога майя делает так, что они забывают, что их сын Бхагаван. Итак, Дашаратха продолжал, Гурудев, выбери титхи и назначь, когда будет церемония. Он сказал, завтра самый лучший день. Если не завтра, то в следующий раз, только через год, самые лучшие титхи будут. Хорошо, Гурудев, завтра сделаем все. Не хочу ждать целый год. Но Бхарата и Шатрудна здесь нет. Но не проблема, они вернутся и все увидят. Как можно большим людям разошли приглашение. Все были очень счастливы. Но и только Каушалья находилась рядом с Махараджем Дашарадхой. Она самая лучшая из всех.
А Кайкея была младшей женой. В то время была весна. Шел весенний фестиваль. Кайкея находилась в глубокой медитации. Когда царь вернулся, Каушалья хотела рассказать Кайкее о коронации Рамы, но Кайкея была в глубокой медитации. Каушалья ждала, ждала, но не дождалась. Через некоторое время, когда Рама и все остальные узнали о коронации, Рама и Сита пришли попросить благословения у Кайкеи, но она до сих пор была в медитации. Рама и Сита попросили благословения Каушалья и Сумитры. Могли бы попросить у Кайкеи, но и он бы не отправился в лес, но это был трюк Йогамайи. Они бы могли сказать: «Эй, Кайкеи, смотри, какая новость, можешь после помедитировать». Но Йогамайя организовала так, чтобы она медитировала. Что произошло дальше?